Скабєєва, і воєнкори, і всі-всі кричать, що всі зібралися увесь світ воювати проти Росії, а значить усім потрібно мобілізуватися. Слухайте. Все это похоже на очень крупную общевойсковую операцию с попыткой действительно вторгнуться на территорию нашей страны. Уже, кажется, не для того, чтобы сделать фотографию с украинским флагом, а в самом деле для того, чтобы, я не знаю, людей захватить, обменный фонд поиметь. Как вы относитесь, как вы анализируете эти события? Лично я считаю, что открыт второй фронт, Белгородский участок, линии фронта. И против нас ведут боевые действия, против нас идет война. Мы ведем специальную военную операцию, это решение руководства, мы его поддерживаем. Но против нас воюют, мы ведем специальную операцию.